рассада томата вишенка желтый значительно облегчит выращивание этого сорта помидоров. Для того, чтобы получить урожай с использованием семян, посев проводят в конце февраля или марте. В открытый грунт готовая рассада перемещается после исчезновения угрозы заморозков. Куст низкорослый, относится к среднераним и начинает плодоносить через 80-90 дней после всходов. Сорт имеет хорошие показатели. На один кусте формируется до 40 плодов. Форма плодов сливовидная, вес от 10 до 15 грамм. Декоративность растения. Популярность сортов черри в кулинарии. Томат вишенка желтая выращивается в открытом грунте, на балконах, в теплицах без отопления. Томат обыкновенный вишенка желтая это травянистый высотой 20-25 см с типом роста, низкорослый. Томат обыкновенный вишенка желтая имеет средний ранний срок созревания. Урожайность томата обыкновенного вишенка желтая составляет 1 кг. Плоды имеют массу 15-20 грамм. Форма у плода сливовидная. Цвет плода желтая. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.